Вот такая медная трубка. Наружный диаметр 5, внутренний 3. Отрезаю сантиметров 5-6, выгибаю по радиусу изгиба пружины. Вот я уже их 4 штуки поставил, состыковал. Все, они уже не щелкают и так усилие держат. Сейчас надо будет это все дело хозяйства поролоном проложить. Сейчас вот нарежу и покажу. Вот поролон 20 миллиметров. Разлиновал по 10 сантиметров высотой. Будет там помощь для пружин. Нарезать надо. Так, ладно, нарежу. Дальше буду показывать. Вот процесс идет. 4 руки только получается. 2 руки никак. Одному нужна помощь обязательно. Здесь 2 штуки пустили. Здесь между этими песочными часами, пружинами, расстояние поменьше. Здесь побольше, вот 3 штуки. Еще немножко, несколько точек между ними придется подклеить, чтобы они не свалились. Еще 2 штуки запустить сюда, вот 2 полоски. Я думаю, будет все отлично. Ладно, еще 2 полоски прогнать надо. Так, все вот набили. Для компенсации старого вот этого войлока кусок полосы отрезали. Подшил его к рамке. Все, сейчас клею поролон. И можно будет обтягиваться тканью. Все, клей высох. Обтянул все. Степлером пробил. Вообще хорошо, как новый. Дай бог, чтоб прослужил. Ладно, всем пока.